Всем ассалам алейкум, дорогие друзья, ва рахматуллах, ва баракятух. Вы знаете, заметил такой один момент. Что не все все-таки люди зависают в соцсетях. И да, у меня где-то в сторис проскакивают, особенно в Инстаграме, да, посты из категории религии, да, и многие мне, естественно, вы знаете, что говорят, да, в постсоветском пространстве. Но есть очень много людей, которые все-таки даже звонят и говорят, что: «Саш, мы за тебя очень рады». Поэтому, друзья, просто жизнь и дунья, она, это как испытание, да, какое-то. Вот. А Аллах делает так, что ненужных людей отметает. Так что не расстраивайтесь, если кто-то от вас отворачивается.